23 сентября в городском дворце культуры состоялось открытие нового театрального проекта «Театральные среды». Полюбившийся среговчанам проект традиционно собирает большое количество зрителей. Первой постановкой, порадовавшей ценителей актерского искусства, стала семейная комедия Белорусского государственного академического музыкального театра «Хочу вашего мужа» по сценарию Михаила Задорнова. Наша съемочная группа пообщалась с артистами до спектакля. Белорусский государственный академический музыкальный театр открыл уже свой 50-й юбилейный сезон. Мы уже работаем на зрителя с 1 сентября. Успешно проходят наши спектакли по всей Беларуси. Замечательная публика. Везде нас тепло встречают. И я думаю, что сегодня мы привезли замечательный спектакль. Посыл заключается в том, что нужно любить своих близких и быть верными им до конца. Это очень поучительная история, так что я думаю, что солигорской публике понравится этот спектакль. Задорнов все-таки молодец, он такой психолог хороший. Он написал все образы в этом произведении. Он написал очень яркими, очень красочными. Он еще ярче получился у нас. Почему? Потому что мы добавили музыки. Задорная комедия с неожиданными поворотами и нетривиальными решениями режиссера Эмилии Ковальчук погрузила зрителей в непредсказуемый мир человеческих страстей, где перемешиваются молодость и зрелость, любовь и ревность, романтика и быт. К слову, новый театральный сезон в Солигорске обещает быть насыщенным. В среду 21 октября к нам приезжает Минский областной драматический театр с балладой в двух действиях «Не покидай меня», которая посвящена 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. А также 5 октября приглашаем всех посетить мюзикл «Труффальдино» музыкального театра «Петербургская оперета», который пройдет в нашем театральном зале. Сезон 2020 года закончится премьера спектакля для детей Народного театрального коллектива «Алые паруса» Дворца культуры «Тайна Дедушки Мороза».